яркие костюмы, громкая музыка, четкие и точные движения. Спортивная аэробика – сплав художественной и спортивной гимнастики. Чтобы так легко и непринужденно двигаться по ковру во время соревнований, приходится долго тренироваться, порой по 4 часа в день. Спортивную аэробику малышей приводят годиков 3 к 11, многие уже становятся победителями и призерами самых разных стартов. Здесь думаешь, какое место занять? Здесь я хочу, конечно, первое, соперники очень сильные. Спортивной аэробикой я занимаюсь уже довольно долго, 11 лет. Самое, наверное, запоминающееся это было первенство России. В сольном выступлении я занял 6-е место, попал в финал. Это хороший результат? Я считаю, что да, все были довольны, тренеры тоже, это самое главное. Вот. Я хочу стать чемпионом мира. Это моя мечта была с детства. К слову, эти соревнования не являются отборочными на какие-то международные старты. Просто очередной повод показать себя и посмотреть на других. Судьи говорят, барнаульцы в числе фаворитов. Но соперники, особенно иркутяне, новосибирцы и представители Башкортостана, готовы составить конкуренцию. Музыка у нас должна быть довольно быстрая, но время программ длится, зависит от того, какого возраста спортсмен. У малышей программа составляет 1 минуту, у спортсменов чуть постарше минута 15 и максимально минута 20. Но за эту минуту 20 нужно показать свое мастерство на высоком уровне, в хорошей динамике, со сложной координацией. Кстати, несмотря на отсутствие болельщиков, на соревнованиях довольно шумно и не только из-за музыки. Каждая команда усиленно болеет и поддерживает своих. Ну а если говорить об итогах, то самые юные спортсмены свои медали получат уже сегодня. Финалы для старших пройдут 10 ноября. Татьяна Голубева, Александр Антропов. День с толком.